Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал PH3 Games. И мы с вами продолжаем. Так, находимся мы тут в каком-то непонятном, что мы, какой-то купол какой-то. И тут нам надо что-то запустить. Давайте пробовать. Так. Ничего не произошло. Электричество подать, значит. Так, ну если она отсюда выходит, нам, значит, логично до сюда довести ее. Ладно, давайте пробовать. Так. Блять, замкнула. А, у нас заканчивалась энергия. Малин. Сейчас, походу, замкнет. Ну да. Блин. Во. 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 Эх, не хватило. Ладушки. Дубль 2. Стоп. Так. Угу. Ну-ка, пробую сюда. Так. Так, ну здесь, походу, замкнет. Вот сюда. Во-во-во-во. Блин, снизу или сюда? Эй, куда? Ладно. Пытка не пытка. Фу. Блин. Две осталось. Ну, думаю, хватит нам энергии. Во-во-во-во. Есть. Пошел процесс. Фу. Ну, питание заработало. Компьютер заработал. Так, статус. Черный ящик. И все, что ли? Так, обновление системы. Ага. И все? Странно. Это нам ничто не дало. А, вот еще один. Так, радиобуфер. Пускай. Do we have any painkillers left? This tinnitus is becoming crippling. Sorry, we only have heavy stuff left. Morphine level drugs. I'll take it. Feels like my head is about to explode. You can do, that's stuff for emergencies. Besides, Cameron thinks the ringing will settle when JR reaches 100%. Then tell him to hurry the fuck up! Should be a matter of hours. Just hang in there. Keep me posted. Yeah, well, I have this thing I need to take care of. So I'll talk to you later, okay? Sure thing, Herb. It must have overloaded his black box. Humans have black boxes? Here we do. Так, company policy. It records your vitals to help medical personnel treat you in case of accidents. That's how I can hear the dead. Right. Yeah, you should be able to data mine black boxes, just like the intercom at Theta. Говорю, что-то с головой там у них, вот и... Я надеюсь, пистолета ничего нету, вот что-то из головы там выскочило, где взорвалось. Головные боли он там. Что-то там, походу, чип впихали в бушку кому-то. Ладно, давайте дослушаем там, что еще осталось. А вот она, станция. Карантине. Угу. О. Смотрите комнату. Ну, явно с помощью тыка мы тут ничего не натыкаем. Ладно. Смотреть комнату. Так, ну, наверху. А, наверху там. Это кто, блин? Yeah,
откуда шум идет? Вот. Какая-то херня появилась новая. Чего? 150. Так, стоп, а ну-ка, ну-ка. Постой-ка. Что там, 10.50, да? О! А кто это нам? Код подкинул там. Карантин снят, есть доступ. Все, станция открылась, значит. Может, тебя тут оставить? Так, ну сюда, значит, назад. Не, интересно, кто нам код подкинул? Кто-то, походу, не только Кэтрин за нами наблюдает. Кто-то еще, что ли? Так, спускайся. Сначала шумы такие были. Типа, подойди, посмотри. Так, сработает. Ну, ты же обновил систему, да? Доступ есть. Пошла водичка. Где водичка? Вода где? Вон она. Задерживаю дыхание, ныряю. Кто-то встречает. Вроде чисто. По сторонам посмотрели. Все в порядке. Так, значит, мы сняли карантин. И где это теперь станция находится? В какой стороне? Ну, мы не там. Во! Ты чего, жив, что ли? Можно пообщаться? Новый малыш, но какой-то необщительный. Ну там, кажется, станция. Так, тропинка где-то была здесь, вот она. Давайте по ней пойдем. И куда-нибудь допридем. Так. Я на правильном пути. Один водолаз. Человек или робот? Hey, come on! Open up! Человек был. И не открыли ему двери, значит. Omicron is in quarantine. This is why they didn't answer our call. Hello! Christ, Strasky, it's called a radio. They're not gonna hear you better if you scream. Где-то мы встречали его. Look, I know you're the strong silent type, but I need you to say something every now and then, so I know you're all right. Jonesy? Jones? Fuck's sakes. Let's try the annex again. Maybe we can break in. We're losing Jonesy. We need to get her inside. Well, get in line! Alvaro, there's nothing we can do for her right now. Hit the stasis switch and let's check the annex. Интересно, он сам умер или помогли ему? Почему? Опа. Не впускают нас, однако. И как... А, все. Значит, нам другой путь найти, да? И зачем-то снимали этот карантин, блин. Когда толку нету. Ладно, там вот впуск вниз был какой-то. Какой-то мостик и вон что-то там. Так, надеюсь, тут ничего не обрушится, блин. И
дырявая, опасно. Тихо-тихо-тихо, Саймон. В порядке. Я тоже надеюсь, что это верный путь. Ну а больше нам некуда идти. Щет-щет, тихо-тихо-тихо-тихо, быстрее. Прыгай. Нет, только не прыгай. Все, больше не прыгай. Опасно. О, блин. Так. Туда бессмысленно идти. Лестница вниз, да? Чё же помехи были? Мне показалось, если помехи, значит, какая-то тварь рядом. Тихо-тихо. Вот какие-то помехи. Ну, вроде не видать. Ладно, спускаемся все ниже. Надеюсь, нас от давления не расплющит. Охереть, мы где? Ооо, щит. Куда нам идти? Что происходит? Я на туда, я прыгать не хочу. Это же бездна там. Так, я спустился, и что толку-то? Или нам все равно... Вот сюда он... Ну это экстремально будет, если сюда запрыгну я. Не, ну вниз прыгать это явно не вариант. Эти же звуки. Что это? Нет? Ну там не, ну... Прыжок в никуда. Я думаю на эту балку запрыгнуть, но думаю она узкая, чересчур нет. Нет, наверное. Давайте наверху поищем. Майкит что ли рядом? Тихо, что так понесло-то? Что же помехи-то тут? Так, спустился, спустился. Вот, ну это, во-во, дверь. Блин, хорошо, что там не стал прыгать. Я прыгнул там, блин, в никуда. Здесь тут-то будет доступ, откроется. Постоянно больше прохода нету. Отлично, воду спускает. Все. Нормально все, да? Открывать. Да, все. Сохранение. Значит, мы на верном пути. Найдем костюм. О-о-о. Местные жители. О, он что, без головы? Охереть. Точно нету головы в обоих. Кто это сделал? А где головы сами? Кто-то подкусал бошки, что ли? Потрывали или что, сожрали? Опять помехи. А, такие же помехи, как у того было. Такого мозг взорвался, такого этих уже не мозг взорвался, а башка взорвалась. Охереть. Это походу тоже не просканировать. Не. О, костюм. Ну явно нам не такие, ну, не такой, то есть. Так. Там все заросло. Охереть.
сестра парочка такая здесь. Угу, лестница наверх. Ладно. Тут что? Тихо, тихо, тихо. Блин, ту-ту-ту-ту-ту-ту. Помехи, блин. Так, здесь. Ничего нам. Блин, повсюду слизь это. Страшно, она жуткая, блин, и мрачная. Хер, кто-то там. Тихо, Саймон. Не-не-не. Не включаем. Тварь какая-то здесь. О, блин. Какой нехороший коридор-то здесь, а? И много комнат. Блин, походу здесь кто-то обитает. Есть там-то? О, какая жуткая комната. Что-то не хочу туда заходить. Давайте сначала прогуляемся здесь. Если что, бегу сразу вниз. Это кто лежит? Ты же не оживешь? Потому что явно он какой-то необычный. Ой, что, помехи какие-то от него исходят. О, щет. Ну нахер, вы что, прикалываете, что ли? Что же звуки-то, а? Я думаю, оно оживет, блин, потому что оно выглядит необычно. Ну, давайте не будем к нему прикасаться. Блин. Тут комната какая-то. Надо здесь на спину тюрьму цапнуть. Иди тут, кто? Что это? Не-н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 е. Саймон сказал бежать. Там что-то появилось. Я что-то нам сказал, я не понял даже. Блин, и озвучка зашкаливает тут. Так, та хрена не жива. Блин, погадай, что он стоит. Вроде лежит. О, исчезло, что ли? Ну, внутри там было что-то, какая-то тень. Или у меня глюки уже здесь? Хотя, возможно, глюк словил. Вот лежит, да? Ну да, лежит. Так, он там... О, нет, это кто-то появляется. Как только захожу. Значит, не глюки. Ну-ка, еще разок. Вроде не нападает. Может, это тот, который нам помог? Кто там код дал? Я не знаю, это закрывать дверь, не закрывать.
Короче, пробегусь нахер. Вот что будет. Нет? Ничего не произошло? Так, полная, ух ты. Ну, блокировка у нас нет. Так, ну в эту комнату я не хочу заходить, потому что оно там появляется. Или мы можем зайти? А нет, не можем. Тут шепчет что ли, блин. Ладно, сюда заходим. Кровь. Чья кровь? Блин, еще один коридор. Есть дома? Вот бы никого не было. Так, вроде бы... Это мы. Давайте закроем, а. Все спокойно. Не знаю, что здесь. Ничего не работает, ладно. Кроватка. Так, это что, медкомплекс, что ли? Медпункт. Ну да. И что они тут делали? Заперто. Так, всякое барахло, которое нам не нужно. Еще один коридор. Да их тут сколько. Так, мы к этому-то не запустили, да? Надеюсь, там никто не появится. Я знаю, такие коридоры, блин. Один раз уже такая херня появилась. Что, даже не успел убежать. Вроде чисто. Что там? Ту-ту-ту-ту закрыл. Где я? Где зашкириться? Или это автоматика сработала? Фотка. Так, вот костюм этот. Мы это уже читали. Планшет работает? Работает, но список заданий. Угу, ладно. И все. Заперто. 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 Что, здесь заперто? Ну да. Так, думаю, здесь можно что-то запустить. Вот, к этому можно запустить. Да, вроде да. Everything is so basic, so limited. I hope it's not the Omnitool falling apart. Okay, we need to find you a power suit. You так, know, костюм so начнут идти, да? You think we'll find one that fits me? I mean, I'm kind of in a suit already. That's been bothering me too. You know how you were transferred from Vancouver? Toronto. From then to now. How could I forget? Okay, so we do it again. You want to send me to the future? No, you idiot. I want to transfer your mind into a new body. What? Look, we already know it can be done. We don't need to make it a big deal. It is a big deal, Kath. It's a huge fucking deal. There's got to be something else that can take us down there. But Dunbat at Theta was the only vessel that could take that pressure, and you saw what happened. Then think of something else. Simon, please. You don't have to switch this instant. Just play along for now. If we find something else, then great. If not... I'm not promising anything. Thank you, Simon. Have a look around the room. This is where they would keep the power suits, if there are any left. В этой комнате, значит.
Во-во-во-во, питание врубило. А, вот тут костюмы. Ну ладно. Сможешь открыть. Так, ну это выход. Сначала нам надо костюмчик надеть. Simon, look for a suit in the lockers. Ладно, ладно. Так. Ну логично, что вот здесь. Потому что здесь вон видно, что ничего нету. Вон костюм, да. Вот он костюмчик. Как его? Как его нам надеть? Что такое? О! Тело чё-то! Охереть, бушку открутил. I found one of the power suits. There's a dead woman inside. At least I think it's. Мертвая женщина. Just like the body we found in the annex. She's missing her head. Gross. This could work in our favor, though. Look for a terminal nearby. See if you can boot it up. Ну, костюм явно не подойдет, да уже. Хотя Саймон-то девушка. Хера бушку открутила, блин. А тело-то свежее еще. Кровищем полилось. Так, а еще есть костюм? Ну, там нету. Слушай, что здесь появилось? Так. Использование. Ладно. Угу. Так, это какая у нас капсула? Да? Осторожная ошибка. Not exactly great A material. Don't write it off just yet. Remember what we found out at Theta. The suit you are wearing is basically just a Cortex chip working a few pints of structure gel, powered by the on-suit battery pack. And a dead colleague, Imogen Reed. Exactly. If you think about it, we're actually incredibly lucky. We found a suit with an already dead body inside. I guess you're right. What about the wow? What makes you think it'll play along? It's not magic, it's algorithms. A set pattern. The WoW won't be able to deny us, even if it was capable of wanting to. I'm still not crazy about this plan. It feels wrong. Please, Simon, I can't give up on the Ark. I need this to work. So we need a Cortex chip, structure gel, and a battery pack. That's one hell of a shopping list. Thanks. I'll just hang around here if that's okay. I'll be back. Понятно. И где нам его искать? Угу. Намекает, типа, возвращаясь, и там еще. Охеренно. Опять вернуться туда, где там кто-то есть, блин. Ах, Кэтрин-то. Come on, we need to get a Cortex chip, a battery pack, and some structure gel. Look for a Cortex chip, a battery pack, and some structure gel. Look for a Cortex chip, a battery pack, так, and чип, some аккумулятор и гель. Ну да, нормально, у нас задача вам, блин. Ах, Кэтрин, Кэтрин, как тебе не доверяет, а? Ну ладно, концовка нам покажет все. Ух, как неохота возвращаться-то туда. Кто там нас, интересно, поджидать-то будет, а? Ну ладно. А может, где-нибудь здесь есть гель? Ну, аккумулятор тут. О, открылась дверь. Значит, нам туда. Так, гель, гель, гель. Как он вообще выглядит-то? Шприцы всякие.
зажимы. Снимки. Да, гелем тут не пахнет. Там бред, ничего. Значит, нам туда. Блин. Так, друзья, давайте да, здесь остановимся. А продолжим мы уже в следующей серии. О, аквариум. Так что подписывайтесь, друзья, на наш канал PH3 Games. Ставьте лайки, комментируйте. И всем удачи, всем пока.